Здравствуйте, я Филипп Левшин, и я пришел на X-Factor, чтобы покорить зрительские сердца. Я начал с ночных клубов. Вот, надеюсь, что попаду на X-Factor. И X-Factor, конечно же, даст более обширную популярность. Такий шанс у Філіпа з'явиться просто зараз. Филипп, иди сюда. Привет. Иди поближе сюда. Знаешь, мне почему-то кажется, что сейчас ты очень понравишься Соседову. Знаешь, почему-то мне так кажется, потому что он любит таких манерных мальчиков. Уважаемая Оксана, да. Не только вам так кажется, наверное. Да ты что, кому еще так кажется? Ну, мне кажется, многие так думают, даже из моих друзей. Ну вот скажи, правда? Это у тебя такой образ или это стиль жизни? Ну вот ты такой манерный, весь накрашенный, красивый. У тебя такие вот тонкие манерки такие, я даже так не умею. Я такая, мне кажется, рядом с тобой я такая грубая какая-то корова. Я, да ну, вы что, вы нет, прекрасная, я, просто я самая крутая вообще. Я говорю вообще. Просто так, как есть. Ну, я думаю, что, скорее всего, это образ. Угу. Но мне, во всяком случае, кажется, этот образ интересным, потому что мы не видели. Так, подобного. Подобного. Постарайся, пожалуйста. Да. Мы за тебя болеем. Удачи. Удачи, Филипп, давай, порви их. Давай! Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Филипп Левшин. Добрый. Что спеваешь нам? Буду петь песню группы Quest Pistols «Я больше не могу». Ну, якщо більше не можеш, то співай. Що? Якщо більше не можеш, то співай. Ти мене погано чуєш? Добре. Я вас, ну, не дуже добре, але чую. Окей, давай, співай. Добре. Большой дом, но пустая постель, миллион долларов, но тебя рядом нет, поставили воспоминания. Все люди, не говоря, забудь, меняются взгляды на мои ожидания. Сердце, извини, я больше не могу тебя любить, тебе некуда деться, и я не буду. Очень хороший звук, кажется, что фонограмма. Хоть смейся, хоть молчи, прости, но больше не стучи в мои закрытые дверцы. Послушаем музыку без него. Акапелла. Девочка, правильно. Любит снег, как будто. Ну, явно у него куча будет теперь поклонников и поклонниц после этого. Что с Киевом деется с фонограммами? Это бэк-вокал. Это бэк-вокал. А теперь давай акапелла, что угодно проспевай. Что хочешь. Хорошо. Давай. Ты была мигом моим, криком души лишь одним. И если сможешь, сотри ностальгию у меня внутри. Меня такое пение просто злит. Я не буду вам рассказывать, с чем ассоциируется у меня ваше пение, потому что я все-таки не люблю обижать людей. И вас я не хочу ни в коем случае обидеть. А ваше пение мне очень не понравилось. Нет. Филипп, скажу, что вы показали очень ординарное пение. Абсолютно никакой изюминки, ничего персонального. Ничего. Поэтому я говорю нет. Вирш. Надеюсь, вы меня поймете. Я вам хочу сказать меж строк. Филипп у нас один, Киркоров. А вы пока что Филиппок. Але,
Але, ти унікальний. У тебе два вірша. Важко співати гірше квестів. А Льовшин зумів. У тебе чотири ні. До побачення. You are cool. Звукорежисер. You. Спасибо. Зараз тобі те ж саме скаже охорона каналу СТБ. Я шокована. Я не сильно груба. Ну, как тебе сказать? Ну, по-моему, too much было. Схоже, безпардонна витівка хлопця не дешево коштуватиме решті учасників. Найрозважливіший суддя проєкту розлютився не на жарт. Хто так розволновався? А тому що там раз. Паспорт не вернемося. І залишає робоче місце. На самом деле, я бы ему дал 15 суток, потому что то есть, это свинство полное. То есть у меня в зале сидела дочь. А я бы на твоем месте не тратила нервы на мусора. Я хотел выскочить, я мерничник, я хотел выскочить на сцену и дать голову. Для хотя этого он маленький охрана. Мальчик, а я дядя. Охрана есть для я этого. Надеюсь, что она ему все это... Игорь, конечно. Ты драматизируешь. Ты 10 лет ведешь передачу «Караоке на Майдане», у тебя столько фанатов. Кто-нибудь из них обязательно его поймает и отшлепает. Все-таки умный человек. Справедливость восторжествует. Мы это как-нибудь переживем. Такий старт кар'єри навряд чи можна назвати вдалим. З палацу спорту хлопець йде під пильним наглядом охорони і всіх тих, кому ще тільки виходити до суддів.